как правильно интерпретировать, расшифровывать те события, которые происходят с человеком. Человек живет, по нему как бы каток жизни проходит так. И как правильно расшифровывать, скажем так. Может это научиться? Для этого он должен изучать каббалу. Потому что когда он изучает каббалу, он изучает всю систему управления нашим миром. И в том числе, в частности, что происходит с ним. Ну, каббалист знает, что сейчас, допустим, произошел там взрыв, там война, там что-то, землетрясение. Он знает, почему это происходит. И с ним, и со всем человечеством. Каббалист не знает в частности, потому что это он не знает, это его не интересует. Каббалист изучает и ощущает общее течение всего управления на наш мир. И его интересуют общие силы, которые двигают человечество к цели. Ведь весь наш мир, он существует для того, чтобы вывести все человечество на следующий уровень. Вот каббалист для этого и существует, чтобы подтолкнуть все человечество максимально к этому возвышению. Ну, допустим, с каббалистом произошло какое-то происшествие, не знаю, заболел, не дай бог. Он знает, почему? Естественно. Он видит четкую причину, для этого, не надо изучать специально этот случай. Все, что случается, случается для того, чтобы максимально подтолкнуть его к реализации его миссии. Здесь нет никаких сложностей. И если человек начинает это понимать, он начинает выздоравливать? Он начинает выздоравливать, во-первых. Во-вторых, он ведет себя в соответствии с этим. Он понимает, каким образом должен управлять потоками, которые идут на него и которые идут от него, на эту систему управления. Он находится с ней в обоюдной связи.